эмоции проявлять, что-то двигаться как-то, а то я засел, те видео снимаю какие-нибудь разнообразия, а вот конкретно побеги я не снимаю. И сейчас я вот решил заснять побег, я буду фотку сделать. Школьника. Меня сейчас снимает Александр Крейзи Манки. И в такую холодную ветреную погоду я наконец-то решился заснять для вас побег. Я знаю, что он не заходит, но как-то нужно новые эмоции проявлять, что-то двигаться как-то. А то я засел, те видео снимаю какие-нибудь разнообразия, а вот конкретно побеги я не снимаю. И сейчас я вот решил заснять побег, я буду пробираться в охраняемую территорию. Я точно знаю, что это охраняемая территория, так как там есть главный вход, который закрыт, и там стоит патрульная служба. Ну, это не полицейская, но патрульная служба уже. После чего мы залезем на самый верх, не знаю, крейн будет или нет, но я думаю, он будет все это снимать со стороны. Серега, я тоже не знаю, пойдет ли он со мной или нет. Я там буду находиться до конца, я попробую из этого извлечь все на максимум, чтобы был какой-нибудь трэш. И, как обычно, немного паркурчика добавлю. Поэтому ставим тут лайк и переходим по ссылке на мой инстаграм в закрепленном комментарии, либо же по ссылке. А, либо же, блядь, в описании. Что-то я туплю, но давно видео не снимал просто. Вот, короче, петушило, мочу пьет. Который рвач купил мне. Насал. Нет, я, короче, попил и туда насал. Ты чё хлебом кидаешься? Урод ебаный. Ну сразу видно, быдло, да? Пиздец, хули ты это терпишь? Бей его, край. Я ебал его в сурочек, понял? Вот он. Чё прикол? Ебал в сурочек? Долбоеб. Он пидор просто, понимаешь? Он пидор. Ну может быть, я не знаю. Давай. Всё, короче, нам нужно вон туда идти. Туда. Залетать. Ты будешь залетать или нет? Ну да, я хоть нахуй тогда пришел. А сейчас, короче, если меня словят, ты беги. Понял? А крейн будет, короче, за шухером следить. Димон! Итак, всем ассалам алейкум. С вами я, Серега, и хуйня. Кто? Его не полинял. Он среди, понял. А? Что? Фотку сделать. Почему? Начать. Начать? Туда? Куда? О, сейчас прошу, ага. Фотку можно сделать? А, на крыше. Где камера? Где? Куда? Я просто сфоткаюсь и выйду. Сейчас спущу.
того. Ебал. Что? Ты что, похож, не понимаешь? А что такого? Я тебе почему сказал? Ну. А что ты не понимаешь, а? Да, просто фоткался. Попробуй снимать, слышишь? Я тебе сказал по-человечески. Что ты не понимаешь, да? Я тебе сказал по-человечески. Я тебе тоже сказал. Я тебе сказал по-человечески. Вот на будущее, да, да я еще раз, куда-то... Тебе по-человечески сказали, постой. Ты бы объяснил бы, бля? Ну, объяснял. Чё ты объяснил? Я объяснил. Вася, 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 Вася